Во Владимирской области за сутки 210 человек заразились коронавирусом. Это на 2 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания в нашем регионе уже 42 388. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир, плюс 50 заболевших за сутки. Вчера прибавка составляла плюс 48. Всего с начала пандемии в областном центре уже 9984 зараженных. Летальных исходов за последние сутки 8. Общее количество скончавшихся от новой заразы теперь 1428. Число выздоровевших сегодня 183. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 39 446.